поехал. Точно? Точно. Дайте я удостоверюсь. Вот, записывается. Рек мигает. Наш кинооператор Аджита Кришна. Мы ведем репортаж из поселка Оленевка. Это мы Страханку. Страханку. Тихо. Тарханкут. Это где-то 6 километров от Тарханкутского маяка. Вот все сейчас говорят, хочу иномарку, Мерседес, БМВ, там, Опель, Ниссан. Это все фуфло на самом деле. Вот машина советского автопрома. Вот это она, самая, моща. Что существует на свете. И сейчас я покажу, как можно на этом ездить. Пошел, пошел, пошел! Вот это дядя дает, нифига себе. Врубай. Все, пинь.